Меня зовут Ануар Нурпеисов, и я выпускник Казахстанско-Британского технического университета. Хочу сказать, что Казахстанско-Британский технический университет однозначно является лучшим в Алмалинском районе. Из любой точки города можно доехать на такси за 300 тенге. Тут преподают международные преподаватели от души. И каждый год здесь делают ремонт. КБТУ Толюби 59. На Старой площади здание есть же? Добрый день, уважаемые абитуриенты и будущее поколение Казахстана. Меня зовут Ильяс, и я рад вас приветствовать в стенах самого лучшего технического вуза нашей страны. Как вы знаете, это здание имеет высокую историческую ценность, потому что именно здесь была принята первая конституция Республики Казахстан. Может быть, поэтому здесь учатся самые лучшие умы нашей страны? Давайте посмотрим. Прошу вас, будьте как дома. Казахстанско-Британский технический университет был основан в 2001 году. Обучение ведется по четырем направлениям. Факультет энергетики и нефтегазовой индустрии, факультет информационных технологий, финансово-экономический факультет и международная школа экономики. В нашем университете преподают 32 профессора и доктора наук, 66 кандидатов наук и 98 преподавателей с ученой степенью. Наши преподаватели читают лекции не только в КБТУ, но и в партнерских вузах России, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. В 2009 году КБТУ получил международную аккредитацию IMARES, а в 2011 был аккредитован по всем компьютерным специальностям в международном агентстве ABET. Университет сотрудничает с такими крупными компаниями, как Казмунайгаз, Аджип КСО, Актобемунайгаз, Бритиш Газ, HSBC Банк, Евразийская промышленная ассоциация, Казатомпром, Казахтелеком, Казахстан Темиржоло, Казахмыс, Карачаганак Петролиум Оперейтинг, Кегок, Митсубиси Корпорейшн, Тингиз Шевройл, Шелл, Шеврон Тексако, Шлюмберже, Халибертон, Проктор энд Гэмбл, KPMG, Эрнст энд Янг, БТА Банк, Lloyd's Register, Siemens, Statoil. Вы думали, ведь именно благодаря многостороннему сотрудничеству наш университет достиг столь небывалых высот за такой короткий период. На территории КБТУ располагается 27 научных и учебных лабораторий, 57 оборудованных аудиторий и круглый зал. Свой ресурсный центр и научно-техническая библиотека. High-performance кластер на базе IBM Blade Center с пиковой производительностью 10 TFLOPS, 102 вычислительных узла, по 8 процессоров на каждом. Последняя версия лицензионной Red Hat Linux Enterprise. Это вам не Xbox. Проголодались? Не беда. В КБТУ есть две столовые и буфет, где вы можете вкусно пообедать и провести время между парами. Если вы поступите, то вас ждет это. Спасибо.
40% наших выпускников уже в течение 3 месяца после окончания находят свою работу, причем либо в крупных компаниях, которые определяют лицо в той или иной отрасли, либо продолжают учебу в зарубежных университетах, которые также входят в мировые рейтинги.